Почти 50 населенных пунктов удалось отстоять спасателям в Сибири, где бушуют сильнейшие природные пожары. Но огонь наступает стремительно, угрожая в том числе жилым домам. О масштабах бедствия можно судить по карте возгораний. Полыхает весь юг Сибири. Распространению огня способствует сильный ветер. За минувшие сутки только в Забайкалье площадь возгораний увеличилась в 6 раз, в Бурятии – в 8. В Иркутской области выгорел целый поселок. Ох, как жарко. Сейчас этот дом сгорит. Всего стихия уничтожила уже около 100 домов. Дмитрий Медведев сегодня поручил оказать помощь тем, кто потерял кров, и принять меры для ликвидации возгораний. На месте руководить спасательной операцией прибыл глава МЧС. На борьбу со стихией брошено уже более 7 тысяч человек и свыше 2 тысяч единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.